Обег ведет Зарок, тут же с поля на втором месте Барышник. На третьем месте с небольшим просветом Бурбоны замыкает Бунтовщик. За 32,3 секунды пройдена вторая четверть дистанции. Обег ведет Барышник, тут же Зарок. С небольшим сбоит Бунтовщик. В борьбе пошли Барышник и Зарок. Третья четверть дистанции пройдена за 34,2 секунды. Участники шестого заезда выходят на финишную прямую в борьбе за Рог и Барышник на финишной прямой. Вперед выходит Барышник, выигрывает заезд Барышник, вторым остается за Рог, третьим Бурбон и заканчивает дистанцию Бунтовщик.